Еще несколько дней назад адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтукунов заявлял, что следователи ГКМБ оказывают давление на сотрудников судебно-экспертной службы, вызывая их на допросы, а некоторых и вовсе уволили. И вот спустя некоторое время спецслужбы Кыргызстана вдруг выносят обвинение. Экспертная комиссия при исследовании и вынесении заключения грубо нарушила требования инструкции положения о государственной судебной экспертной службе, закона Кыргызской республики о судебной экспертной деятельности. На основании этого Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 304 части 2 «Злоупотребление должностным положением» и статье 315 части 1 «Служебный подлог». Меж тем сайт KNews распространил документы. Предположительно, это результаты той самой скандальной экспертизы, которые свидетельствуют, что поводов для возбуждения уголовного дела по модернизации ТЭЦ не было. По результатам экспертизы приняты следующие выводы. Качество строительных материалов и выполненных работ компании TBA соответствует требованиям строительных норм и правил Кыргызской республики. Строительство новых энергоблоков выполнено согласно проектной документации. Ввиду параллельного проектирования и отсутствия сметной документации, определить, имеется ли завышение стоимости реализации проекта модернизации, не представляется возможным. Вследствие зачем ставит вопросы эксперту, если она сама все знает. Понимаете, она ставит вопросы, получает от него ответы, которые не устраивают, не соответствуют версии следствия, да? Потом идут и ломают их, да? То есть они хотят получить от них правильные ответы на их правильные вопросы, да? В самой государственной судебно-экспертной службе ситуация напряженная. Уголовное дело стало для них неожиданностью, тем более это первый такой прецедент. Вот они заявляют о том, что госслужбы, отдельные сотрудники совершили подлог. На этот вопрос, я думаю, может ответить только органы следствия. Служба такой информации не располагает. Подлог, если нет, то это следствие решает, либо суд. А вообще, привлекались ли ранее сотрудники госслужбы к экспертизе по данной статье? За последние несколько лет нет, не привлекались. Нурбек Токтукунов уверен, вся эта ситуация – прямое доказательство политизированности дела Сапара Исакова. Согласно следственной процедуре, результаты и доводы экспертов, какими бы они ни были, должны были дойти до суда. Следствие, если не согласно с логикой эксперта, да, они, эта экспертиза для них не указ. Они могут следовать своей логике следствия. Да, они могут назначить комиссионную экспертизу, комплексную экспертизу. Потом в судебном процедуре, да, в судебном процессе все эти версии должны получить на состязательной площадке, они должны конкурировать друг с другом. И суд потом, как арбитр, должен оценить, какая из экспертиз правильная, какая из них логичная. Да. По словам адвоката, экспертов уже задержали. Их судьбу будут решать чекисты. Дело о подлоге направлено на доследование в ГКМБ. Марат Ахматов, Манас Бакешев, телеканал «Апрель».